В галерее «Всекохудожник» открылась выставка Марка Коника, который считается одним из основоположников советского художественного проектирования. Дизайнер и проектировщик редко показывал свои живописные работы широкой публике, их представляют впервые. Выставку назвали «Код Коника» из-за обилия образов и смыслов, которыми наполнены работы. В галерее показывают так называемый «Азиатский период». Художник родился в Ташкенте и прожил там до 1968 года. Через 2 года после катастрофического землетрясения переехал в Москву, но на протяжении всей жизни возвращался к солнечным улицам Ташкента и Самарканда. Мы как бы открываем новые имена, потому что, казалось бы, что можно найти вот нового в искусстве 60-х, 80-х годов. Оно же не так давно это все было. Мы, можно сказать, современники этого всего. А процессы, которые происходили в это время. Но в то же время вот жизнь преподносит нам вот такие сюрпризы.